Боже, милости, будь ко мне грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвенно причисти Твоей Матери, всех святых, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву сущему, гряде живут дарова. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву сущего, гряде живут дарова. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву сущего, гряде живут дарова. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и навеки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи. Очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ранее. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас по искушениям, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Воскресение день, просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха. Ибо от смерти к жизни и от земли на небо Христос Господь привел нас в поющих победную песню. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровал. Очистим чувства и увидим Христа, сияющего неприступным светом воскресения, и радуйтесь, ясно услышим от Него, воспевая победную песню. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе жизнь даровал. Небеса достойно да веселятся, земля да радуется, да празднует весь мир, видимый и невидимый, ибо восстал Христос. Христос, веселье вечное, придите, станем пить новое питье, не из камня бесплодного чудесно изводимое, но из источника нетления, гроба Христова, на котором утверждаемся. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровал. Теперь все наполнилось светом, небо, земля и места преисподние, да празднуйся тварь восстания Христа, на котором утверждаемся. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, сущим во гробах жизнь даровал. Вчера я погребался с Тобою, Христе, сегодня восстаю с Тобою воскресшим. Вчера я распинался с Тобою, сам прославь меня с Тобою, Спаситель в царстве Твоем. Возвещавший о Боге Аввакунда, стань с нами на божественной страже, как светоносный ангел, ясно восклицающий. Сегодня спасению миру, потому что Христос воскрес, как всесильный. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровал. Наша Пасха Христос явился мужеским полом, как сын, разверзший девственную утробу. Назван ангелом, как предлагаемый в пищу, порочным, как непричастный, верный, как
а как истинный Бог, наречен совершенным. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробах жизнь дарва. Благословляемый нами венец Христос, как однолетний агнец, добровольно заклался за всех в очистительную Пасху и опять из гроба сам воссиял. Он прекрасное солнце правды. Богоотец Давид в восторге сказал перед правообразовательным ковчегом: «Мы же, святой народ Божий, видя исполнение прообразов, да возвеличимся священно, ибо воскрес Христос, как всесильный, восстанем глубоким утром и вместо мира принесем песню Владыки и узрим Христа, солнце правды, всем жизнь дарующего. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе жизнь даровал. Увидев безмерное милосердие Твое, Христе, содержимые в адовых оковах радостно поспешили к свету, прославляя вечную Пасху. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробах жизнь даровал. Со светильниками в руках пойдем навстречу Христу, исходящему из гроба, как жениху, и с радостью празднующими чинами ангелов будем праздновать спасительную Божию Пасху. Сошел ты, Христе, в преисподние места земли и сокрушил вечные запоры, содержащие узников, и в третий день, как икона из кита, вышел из гроба. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, несущим на гробах жизнь даровал. Не повредив заключенной утробы девы, в рождении Твоем Христе Ты восстал из гроба, сохранив целыми печати и отверз нам двери рая. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, несущим в гробах жизнь даровал. Спаситель мой, живя и как Бог, незаколаемая жертва, добровольно приведя себя к Отцу, Ты восстав из гроба воскресил вместе и родоначальника Адама, хотя Ты бессмертный, и сошел во гроб, но уничтожил силу ада и воскрес победителем. Христе Боже, возвестив женам мироносицам, радуйтесь, и Твоим апостолам даровав мир, а всем павшим подаешь воскресение. Некогда девы мироносицы еще до наступления утра искали, как дневного света, солнце, существовавшее прежде солнце и зашедшее в могилу. Они говорили одна другой: «Подруги, пойдемте, помажем благовоние тела, источающее жизнь, и погребенную, лежащую в гробе плоть того, кто поднимает павшего Адама. Идем, поспешим, как вас, вы поклонимся и принесем дар мира обвитому не пеленами, а погребальным полотном, и плача воскликнем: о, Владыка, подающий воскресение падшим, восстань!» Воскресение Христово видя, поклонимся святому Господу Иисусу, одному безгрешному поклоняемся Кресту Твоему, Христе, воспеваем и прославляем Твое святое воскресение, ибо Ты Бог наш, кроме Тебя иного не знаем. Имя Твое призываем, придите все верные, поклонимся святому Христу воскресению, ибо через крест пришла радость всему миру. Всегда восхваляя Господа, будем воспевать воскресение Его, ибо Он, претерпев распятие, Своей смертью победил смерть. Иисус, воскреснув из гроба,
как и предсказал нам жизнь вечную и великую милость, спасший отроков из пищи, сделавшись человеком, страдает, как смертный, и своим страданием облекает смертных, а то бессмертный, единый Бог Отцов, благословенный и прославленный. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе подорвав, жизнь даровав. Богомудрые жены вслед за тобою спешили с благовонными мастями, но кого они как мертвого искали со слезами, тому поклонились с радостью, как живому Богу, и твоим ученикам Христе возвестили таинственную Пасху. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ. И сущим во гробах жизнь даровав, мы празднуем умерщвление смерти, разрушение ада, начало другой вечной жизни, и в восторге воспеваем весь виновника сего, единого Бога Отцов, благословенного и препрославленного. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав. Поистине священно и достойно всякого торжества сия спасительная и светозарная ночь, предвозвестница светоносного дня воскресения, которую вечный свет воплотит для всех воссиял в гробах. Сей именитый и священный день, единственный Царь и Господь среди суббот, праздник из праздников и торжество из торжеств. В этот день благословим Христа вовеки. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровал. Придите в славный день воскресения, приобщимся нового виноградного плода, божественного веселья, Царства Христова, воспевая Его, как Бога вовеки. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровал. Возведи взоры твои, Сион, и посмотри вокруг себя, вот стеклись к тебе, как благо. Светлый светил от запада, севера, моря и востока, дети твои, благословляющие в тебе Христа вовеки. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, сущим во гробах жизнь даровав. Отец Вседержитель и Слово, и Дух, существо единое в трех лицах, Всевышнее и Божественное. Тебя мы крестились, и Тебя будем благословлять вовеки. Прославляет душа моя воскресшего в третий день из гроба Христа, подателя жизни. Светись, светись, Новый Иерусалим, ибо слава Господня воссияла над тобой. Торжествуй теперь и веселись, Ион, ты же чистая Богородица, радуйся. О восстании Рождества, рожденного тобой Христос, новая Пасха, живая жертва, Агнец Божий, принявший грехи мира. О, как божественно, любезно и пресладостно твое слово в Христе! Ты неложно обещал с нами быть до кончины века. Имея это обещание, как опору надежды, мы верные радуемся. Ангел возгласил благодатное, чистая дева, радуйся. И я повторяю, радуйся, твой сын воскрес в третий день из гроба, воскреси всех умерших. Люди, веселитесь! Мария Магдалина прибежала к гробу и, увидев Христа, стала расспрашивать Его, приняв Его за садовника. О, Пасха, великая и священнейшая, Христос! О, премудрость, Слово Божие и сила! Удостой нас
совершеннейшего единения с Тобою в вечно светлый день Твоего царства. Ангел возгласил благодатный: «Чистая Дева, радуйся, я повторяю, радуйся, Твой Сын воскрес в этот день из гроба, воскресив всех умерших. Люди, веселитесь, светись, светись, Новый Иерусалим, ибо слава Господня воссияла над тобой. Торжествуй теперь и веселись, Сион, ты же чистая Богородица, радуйся о восстании рожденного тобой. Плотью уснув, как смертный, ты, Царь Господь, воскрес в третий день, этим выведя из состояния тления Адама и упразднив смерть. Поэтому ты, Пасхами тления, бессмертия и спасения мира, о Пасха великая и священная Христе, о премудрость, Слово Божие и сила, удостой нас совершеннее приобщаться тебе в нескончаемый день твоего царства. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Игнат Тихонович, что по плану? Я тогда не закончил почитать о слове, что на русском языке. Чтобы эта тема была закончена, это очень важно, чтобы мы понимали, о чем мы молимся. Сейчас я о слове. Вот так. Богослужение идет на непонятном языке. Кавычки открыты. Стрекочут монахини, как сороки. И потому суть не молятся, а скачут языком борзясь, яко козлище по стремнинам. Святой Григорий Чудотворец. Вот 4 век, 5 век, и уже это все было на непонятном языке. Слово Божие – это весть письмо Бога. Ибо не к народу с речью невнятной и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву. Иезекииля 3.5. Даниила 6.28. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Марк 16.17. И слышать надобно на родном языке. Все мы упали на землю. Я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Деяния 26.14. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Римлянам 14.11. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Откровение 14.6. Это явное дело, что на всех языках. Языческие цари посылают свои указы, приказы народам на их родном языке. И Бог разговаривает с Савлом на его родном языке. Хотя апостол Павел знал больше всех языков. Но если Бог, автор всех языков, говорит нам на нашем родном языке, то кто же эти люди, которые принуждают всех людей в молитвах говорить Богу на непонятном для них языке, тягуще сонными голосами?
И ангел несет благую весть на родном для слушателей языке всем племенам. На поле пастухи ангелы возвестили благую весть. На каком языке? Да, конечно, на том языке, на котором они разговаривали, с диалектом, с наречием. Если для немцев, там может быть не Hochdeutsch, а Plattdeutsch. Если бы обучение православных в храмах было на великом русском языке, то с каким ужасом посмотрели бы они на всю свою жизнь и на священников, скрывших от них ниже следующие истины, не отразившиеся на их жизни в крещении. Кавычки открыты. Таинства доступны одним чистым. Максим Исповедник. Для тех, чья жизнь после принятия таинства остается такой же, как и до принятия таинства, чья душа не свергла из себя страстных нечистот, говорит Григорий Ниский, это брат Василия Великого, врождаемым немало не оказывается дара Святого Духа, ибо Христос, соединившись с собою, с Богом человека, соединяет только то, что достойно соединиться с Богом. И для таковых даже полное погружение в воде ничего не дает. Речь идет о крещении. Один из моментов, рассказывает батюшка, в пасхальную ночь в храмах считается деяние апостолов. Ну, считается это непонятно. Задом к народу, там, и... ну, непонятно. Священник решил так, повернуть чтеца к народу, чтобы это считалось понятно на русском языке. Ну и выходят, и считают. И в конце одна и спрашивает его: «Батюшка, а когда будут деяния апостолов считать?» А он говорит: «Так вот мы сейчас-то и считали на русском языке, сейчас будет богослужение». «Ой, батюшка, как сегодня хорошо считали, все понятно. Я ж каждый год бываю в храме, то уж лет 30-40 хожу. Ну, первый раз так понятно. А деяния будут сегодня считать?» «Я тебе говорю, Агафья, сегодня мы считали деяния апостолов на русском языке». «Да, батюшка, я поняла, ну так понятно, так хорошо. А деяния когда будут считать?» Деяния – это значит непонятное бормотание. Все эти годы она ничего не понимала. Тут понятно, все хорошо, но это не деяние. Вот это наша православная история. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8:9. Жития святых. Пелагея, 8 октября по старому стилю. Страница 152, 3 абзац, снизу. Кавычки открыты. Епископ Нон сказал: «Правила церковные повелевают не крестить блудников без поручителей из опасения, чтобы они не вернулись снова к той же блудной жизни». Вот у нас это были поручители всегда. Вот в университете, когда вели занятия, подойдет человек: «Я тоже хочу принять крещение». Хорошо, знакомьтесь тут, кто вам понравится, выбирайте двух поручителей. Женщина женщин, мужчина мужчин. Они сходят к вам на дом, на работу, узнают, как вы. «Ой, человек рад, не знаю как». А бывает такой, как ко мне на работу, да это узнает, какая я, да меня не допустят. Ну и все, он не крестился и ушел. То есть у нас это все было обдумано. А когда узнают, так у вас все, это еще и не сразу крестят? Нет, конечно. У нас полный курс 4,5 года был. А каноны говорили от 3 до 5 лет подготовка. У нас 500 академических часов подготовка была к крещению. Я повторяю, нигде... Это такого сегодня нету. Ну, все новое, ну, надо быть религиозно талантливым. Ты прочитал, вот, епископ Нон сказал: «Ага, я записал, где Пелагея». Нельзя, без поручителя. Так у вас что, стаж это был партийный какой-то, стаж за него, это в партию-то тоже не принимали сразу? И тоже так же давали поручителей, которые смотрели за ним. Партия знала, а христиане все потеряли. А партийцы-то коммунисты, они взяли христиан, готовые. И вот о поручителях считаем. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что. Избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди,
поди к ногам его и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серны из руки, и как птица из руки птицелова. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Притча Соломона 6:1-5 и 20 глава 16 стих. Поручитель не просто расписывается, а он поручается за него. Вот человек думает взять где-то в кредит, там ипотеку, ну то есть попасть, говорится, жидам в лапы. Ну и находит, он говорит, у тебя-то поручители-то есть какие? Да у меня ничего нету. Нет, так мы деньги не даем. Ну под что-то. Ну у меня есть знакомая. Ну приди с ними, пришел. Вы поручаетесь? Да, чем ручаетесь? Ну а еще я работаю. Ну квартира есть, да, в квартире я живу. Квартиры поручаются тогда, у нас так поделают. Ну как отдадите поручение, это порвем. А тот не может рассчитаться. А хватанул-то много. И этого теперь, который поручился... С квартиры-то не просто так, а выгоняют насильно, приходят стражники, полиция, даже квартиру, бывает, взламывают, разрешено, и все, что у тебя есть, подметут под метелку. Ты он взял-то под проценты. А под проценты это означает, удваивается и утраивается долг. Тебе счетчик включат. Нельзя поручаться, если у тебя нечем рассчитаться. А если поручился, тем более перед Богом. Заступись, поручись сам за меня перед собою, иначе кто поручится за меня? Иов 17:3. Не забывай благодеяния поручителя, ибо он дал душу свою за тебя. Сирахов 29:18. Не забывай благодеяния поручителя. Сирахов 8:16. Не поручайся сверх силы твоей, а если поручишься, заботься, как обязанный заплатить. Добрый человек поручится за ближнего, а потерявший стыд оставит его. Сирахов 29:17. Где-то задержали, была авария, тебе надо ехать домой, поручитель должен быть. Документы, паспорт, все запишут, составлен будет договор. И если попал друг в беду, то как можно не поручиться? Ты должен поручиться, что этого больше не будет, дальше мы это заплатим. И мы дорогой-то ездили, у нас дорога это была. Но Господь позволял нам выйти из любой беды. За нас многие молились. И поручаться не приходилось. А вот кто готовится к крещению, два поручителя. Они ходят с ним, занимаются отдельно и расписываются, и свои адреса оставляют. И они, два поручителя, когда идет последняя подготовка к крещению, к нам приезжают люди, Потеряевки, крещение идет в озере. Этих поручителей спрашивают, и как, сколько он был. Ну, год или два. И поручители говорят, да, молится, посты соблюдает. И за ним наблюдает и община, 10 человек, церковно-приходской совет. И тогда допускают до крещения. Но это только рекомендательный характер. Мы батюшки несем. Вот 5 проголосовали за и 5 против. Батюшка сам решает. А бывает так, 2 только за, а 8 против. Батюшка спрашивает, напишите письменно, а почему против? Почему? У нас было такое. Батюшка прислушивается. Пока что у нас идеально было. А не будет тут первоначальных установок-то. Бог его знает как. Нас часто спрашивают, но у вас батюшка не будет, как будет? Как будет? Я говорю, может быть, еще и лучше будет. Откуда мы знаем? Думали, как будем без... Убивают Стефана, убили, похоронили, плакали, большой плач был. Никто не знали, что здесь родился новый гигант. Который, быть может, во много раз больше был и славнее Саул, сделавшийся Павлом. Кавычки открыты. Кто из клира даст себя порукой за кого-либо, да будет извержен. Священник не имеет права за кого-то давать поручение. Не имеет. Вот такое правило апостольское 20-е. И далее. Жития святых Севастьян, 18 декабря, страница 491-я. Кавычки открыты. После всего иерей спросил крещаемого Хроматия. Это имя такое, Хроматий. Отрекаешься ли от всех грехов своих? Уже все. Разделся, в воду зашел. И он его спрашивает. Так об этом нужно было вначале спросить меня.
Нет, я оденусь снова в мои одежды и не приму святого крещения до тех пор, пока не отрекусь от грехов моих. Примирюсь с тем, с кем имел вражду, и возлюблю тех, на кого гневался. Кто же на меня гневается, у тех попрошу прощения. Должникам моим прощу все мои долги. Если же сам у кого взял что-либо силой, тому возвращу сугубо вдвойне. О, батюшка, да после смерти-то моей жены я имел двух наложниц. Вот их я отдам сначала замуж, наградив брачными дарами, освобожу рабов и рабынь, устрою по воле Бога мои все служебные и домашние дела. И тогда скажу с дерзновением, отрекаюсь от всех грехов моих и приму святое крещение. Святым угодно были эти слова Хроматия, и крещение было отложено до того времени, когда он исполнил все обещанное им. Интересно, как он этих наложниц выдавал замуж? Должен был разговаривать с кем-то, с мужчинами, или свах послал по городу, какие им дары дал. И главное, остальное-то он властен был раздать, простить, но выдать-то замуж, тут подготовка должна быть, тоже интересно. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою, и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего, и умножила блудодеяния твои. Вот какие слова Бог говорит человеку, который даже не знает, кто он такой. Иеремия 3:6-9, Иезекииля 16:16-25. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иакова 4:4. Измена Богу есть прелюбодеяние, ибо Христос есть жених души. Без оглашения длительного, неприготовленный не должен допускаться к крещению. Кто составит подобное ему или кого помажет из постороннего им, тот истребится из народа своего. Никто посторонний не должен есть в святыне. Поселившийся у священника и наемник не должен есть в святыне. Левитам 22:10. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. А оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 1 Коринфянам 11:27-31. И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты. И когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты. А если приступит то посторонний, предан будет смерти. Числа 1:51 и 18:7. В Новом Завете из посторонних никто не смел приступать к вели... И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Деяние 5:13. Вот это деяние апостолов 5:13 вообще невыполнимо. Посторонних нет, двери храма должны быть закрыты. Из посторонних никого не должно быть. Шатаются, ходят одеты в брюках, что попало. И притом во всех 100%. Ни одного храма не знаю, не только в России, а и за рубежом. А там еще больше это. Деяние 5:13. Простой пункт. Из посторонних же никто не смел приступать. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Ну, она не Сапира, пали мертвые. Не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? А тут соучастие. Пьют, едят, гуляют, кумовья, все неверующие. 2 Коринфянам 6:14. Верные и неверные отделяются, как свет от тьмы. Бытие 1:4. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали.
и я вознегодовал на них. Левит 20, 24, Неемия 9, 2, 19, 28, Псалом 4, 4 и 29 стих. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Иеремия 6, 29, 44, 20, Матфея 13, 49, Иуда 19. «И потому выйдите из среды их, отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». 2 Коринфянам 6, 17. Но это отложу дальше, если Господь позволит. Следующее занятие прочитаем дальше. Как должны мы отделиться, как должны готовиться к молитве. Мы уже прошли эти темы. Как необходимо, чтобы человек соблюдал посты, был православным христианином. И тогда, примирившись со всеми, приступай молиться. Мы уже говорили, что убийцы там на войне были. Эти люди за пределами церкви стоят. Так, Сергей, на этом если все, то поприветствую себя на этом. И мы начнем записывать события дня, как всегда. А уже, ну, если 100 поклонов, то сделаем как? Я не слышу тебя. Все, давайте 100 поклонов. Ты руководитель, поэтому говори. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Твоей. Аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя. Это чудный дар неба. Дал страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, Господи, что в этих путешествиях хранил нас и защищал. И сохрани наши сокровища, книги, здесь и в пути. Аллилуйя! Господи, спасибо, милорапы, от самого духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диомида, Тихона, Антония, священный Реакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амруси, Вадима, Андрея, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта Франциска, Корнеля, Александра, Диодора и весь священнический и иноческий чин. И вышли истинно служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам, да еще священника, если угодно тебе, смири власти и воинства, их наведи страх твой на них. И через них сотвори благое церкви твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Амана, Эрдогена. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И нас научи ценить это мирное время. Приготовь людей к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Аллилуйя! Ты прав в судах Твоих, Христе Боже наш. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным, добрый мой ангел. Сколько лет Ты хранил, защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христова, моли Бога о нас.
Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, видеть нуждающихся в нашей помощи, не страшиться царей начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Господи, высший истинный служитель Твоей, и всяким христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и научи нас помнить о тех, которые трудятся на этом великом деле обращения душ к Тебе. Аллилуйя! Сохрани нас здесь и помилуй. Ты жизнь продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь, селение наше, от пожара, воров и нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира. И пошли добрые жители здесь, и сохрани школу там. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада, их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексею, расширь пределы общих. Побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чада, их Валентину, Алексея, Валентину, Надежду, Дмитрия, Олега, Алексея, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия. Посети болящих, дай силу все перенести, пошли им исцеление. Сергея, Алексея, Анну, Фаину, Калерию, Акелину, Игоря, Никиту. И нас помилуй милости Твоей, я ради. Воззри на врагов и разруши их замыслы против нас. И закрой их лживые уста навсегда, пока они не прославят Тебя. И в судный день не помяни их безумие. Благослови благодетелей наших Елену, Евгения, Наталью, Максима, Владимира. И наше это сокровище, сайт и форму, что есть, сохрани. Повреждения злыми людьми. И трудящийся на него Игорь Дмитрий, Виктор Каприбов, Алексея, Сергея, Василия. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Я от пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря. Путешествующих Раиса Льва, Супников Николая, Михаила, Найди, наша родство Евдокия, Валентину, Елену, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Между нами да будет мир, любовь и согласие по слову Твоему. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой, надеждой на воскресение жизнь вещь, отошедшая от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. И простим всякое согрешение, вольное и невольное. Душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя. Молите Бога на святые пророки Божии. Пророк Илья, Елисей, Нух, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия. Давид Нафан, Даниил Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак и Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми. Чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, и святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн,
Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, вникая в него. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп Сибирский, Устин, философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. И нас помилуй милости Твоей ради, и дай веру Вениамину, Анфиму и старшим родителям заложенное воспитание. Молите Бога на святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысл ретюков развея и ничто преврати. Молите Бога о нас, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоустов, Анасий Великий и Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Господи, научи нас ценить то, что Ты дал нам святую православную веру. Очисти ее от всего ненужного, скверного, что нанес враг. Молите Бога на святые жены Девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера Надежда Любовь, Матерь София Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Ирина Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила Акила, Андроник Июний, Киприяна Устина. Молите Бога, она дарует Господь женам и девам послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всячества поругания. Избави от непокорства, непослушания, Галина, семейство и Евгений, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раису, Ларису, Марина, Юлию и Елену, Галину и Анну. И прими наши молитвы, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, Господи Боже, нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Ой, доброе утро. Христос воскрес. Давай быстренько. Стат, подготавливай. Сейчас мы начнем готовить. У нас насчитывается события дня. Я отключу. Ну, а кому надо, тогда через минуты, через полторы, может, две или раньше я включу. Так. Будет, тут проступила мне интересная почта от архимандрита, от игумена и... как монастыри реагируют на Пасху. Так, я сейчас отключаю.